Тверское педагогическое сообщество включает более 5000 воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования. Многие из них получили поздравления и награды в ДК «Химволокно», где в честь Дня учителя прошел праздничный концерт. Музыка, теплые улыбки, цветы и одни из главных участников традиционных поздравлений тверских педагогов – дети. В ДК «Химволокно» собрались творческие коллективы муниципальных учреждений культуры, представители администрации Твери и сами виновники торжества – наши учителя и воспитатели. В этом году, в год педагога и наставника, в городе Твери проходит много мероприятий, посвященных Дню учителя. На этой неделе мы провели двухдневный форум для молодых педагогов и ветеранов отрасли образования. Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими эмоциями и добрыми, хорошими событиями. Тверское образование традиционно считается очень сильным. Наши педагоги и их воспитанники всегда в числе лучших на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Довольно частый случай, когда в тверских семьях продолжается профессиональная династия. Елена Геннадьевна Смолина – педагог 17-й школы, как раз из таких. Ее стаж работы – 30 лет. Но если посчитать общий по всей семейной династии педагогов, то получится 315. Начиная с моего прадедушки, работают именно учителями, поэтому мы всегда отмечаем День учителя, говорят добрые слова, иногда пишут какую-то, рисуют газету, ну у меня же начальные классы, обычно всегда приходят мои выпускники, что особенно приятно, то что помнят нас и не забывают, приходят. Педагоги тверских школ постоянно развивают и совершенствуют свое мастерство, участвуя в разных конкурсах. Недавно в Твери был создан клуб учителей «Пеликаниум». Площадка объединила всех участников конкурса «Учитель года» для того, чтобы обсуждать и передать во все школы города лучшие педагогические практики. Для обмена опытом также создан и форум молодых педагогов «Время выбрало вас», где ветераны отрасли помогают окрепнуть в профессии молодым учителям. Каждый год праздник собирает в ДК «Химволокно» сильных представителей отрасли. В рамках торжественной церемонии за многолетний труд и значительные заслуги звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоен еще 21 тверской педагог. Кроме того, один учитель был награжден нагрудным знаком «Молодость и профессионализм» за заслуги в сфере образования.